В Цхинвале прошел фестиваль рок-музыки. Третий по счету международный фестиваль «Ирон Рок» собрал любителей тяжелой музыки. Праздник рока состоялся под открытым небом на республиканском стадионе. Живое звучание инструментов, нереальная энергетика, море эмоций. Фестиваль стал настоящим праздником для любителей рока. В этом году фестиваль организаторы посвятили 160-летию со дня рождения основоположника остинского литературного языка поэта Кустахи Тагурова, стихи которого звучали в композициях артистов. Своим выступлением третий год подряд праздник открывает группа «Гипс», руководителем которой является народный артист Южной Осетии Георгий Кучмазов. Порадовала своим выступлением зрителей и молодая певица Любовь Джоева, получившая приз зрительских симпатий на северостинском конкурсе «Азарма». Выступление популярной в Осетии рок-группы «Бон Варнон» зрители ждали с нетерпением. На фестивале свои композиции также исполнили Тимур Харебов, Мадина Петросян, Нодар Гуцати, группа «Амунд», рок-группа из Донецкой Республики «Братья Дождя» и группа из Кабардино-Балкарии «Форт Кнокс». Фестиваль проводится уже третий год подряд при поддержке президента республики Анатолия Бибилова. Первый международный фестиваль «Ирон Рок» прошел в сентябре 2017 года и был посвящен 45-летию группы «Бон Варнон». Второй в 2018 организаторы приурочили к 10-летию признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерации. Стелла Бязарова, Арсен Гасиев. Специально для программы «Неделя».